Смотрите все, это Маша. Подстав. Это Маша. Мой маленький зам. Шугаринг не Таня. Шугаринг не Таня. Это вы, наверное, в Нетане. Да, Израиль. Я тоже, Маша, какая ты. Ольга Дмитриевна, какого хрена вы не работаете? Ольга Дмитриевна, почему вы сидите в прямом эфире директора? Ольга Дмитриевна, штраф 1000 рублей за плохое поведение на работе. Запиши, а не 1000 рублей штраф. Ольга Дмитриевна сидит в прямом эфире директора. От чего ты устала? Это Маша. Маша наш маленький аэрофоб. Это мой огурчик солененький. Да пофиг, у меня все равно их нет. Ой, не могу. Ржу. Машка. Машка, расскажи людям, как твои дела. Смотрите, какая у нас Маша красивая, гляньте. Видите, какая красотка у нас Машенька. Она работает, моя маленькая бусинка. Видите, она всегда работает, она никогда не отдыхает. Знаете все, что Маша трудоголик. А вот это мы с Ольгой Дмитриевной, бешеные псы. А вот это я, моя картина, это моя карта. Это мой соленый огурчик. Это Машка. Просто у меня есть Маша. Мне встать? Два кабинета. Маша, зачем тебе... Оля, зачем ты хочешь встать? Мне встать? Ты так угрожающе написала. Мне кажется, ты мне сейчас увольнительную напишешь. Мне встать? Нет, Оля, ляж. Маша, правильно как? Ляж или ляг? Ляг. Ляг. Оля, ляг, я иду. Оль. Оля-ля, Оля-ля, профитролечка моя, моя маленькая. Если бы вы знали секрет, что у Оли есть муж. Если я встану, Мария ляжет. Ой, я не могу. Так и живем. Ой. Ну что, проверим? Ну, вставай, проверим, она ляжет или нет. Мария, ей встать? Маш, ей встать? Вставай. Иди к ней. Ну, давай, иди, чё ты? Ты за базар отвечаешь вообще или нет? Ты чё, не отвечаешь за базар? Ну что, сейчас Мария ляжет. Давай. Ну так что, Маша, она дрифит тебя. Да я готова, ложи его. Давай, ложись. Она встала, идет. А что мы будем делать? Ну, блядь. Смотри сюда. Ладно, я лягу сверху. Да, я для этого и пришла сюда, лядь. Ну подожди, ложись. Ну, разбой, вот ложитесь вдвоем. Расписание говорит. Все, мы легли. Эта картина мне нравится больше. Мы лежим. Это Маша. Да не ревнуй, хватит, мы так живем вместе. Видите, моя маленькая лежит. Посмотрите, как она работает. А вы понимаете, почему? Ты что делаешь? Мой маленький.
Так проходят наши трудовые будни. Пойдем остальных покажем. Так, полежали. Сандра! Смотрите, бедная, несчастная Сандра. Смотрите на нее. Чик работает. Наташа работает. Это Оксана Дмитриевна. Ой, Оксана Юрьевна. Когда Ольга Дмитриевна в отпуске, это Ольга Дмитриевна. Оксана Юрьевна ходит с мужем Ольги Дмитриевны в туалет на пятый этаж. Внимание, вопрос. Какой Ольга Дмитриевна? Ну, как вы там, что, где, когда? Что вы делаете? Что первый угадает? Для чего? Получит приз. Какой? У нас целый шкаф призов. Оксана Юрьевна! Оксана Юрьевна! Сектор приз на барабане. Мне нравится. Вы сегодняшний ваш эфир. Оксана Юрьевна, мир должен знать своих героев. Ольга Дмитриевна летит в тур. Нельзя разговаривать на людей, нельзя. Ты, главное, не роди нам. Не рожу вам. Это Настя. Настя всегда работает. Это Лилит. У нее есть жених, и она скоро выйдет замуж. Это Наташа. Смотрите, сколько она жирит. Посмотрите, как она живет. Как можно из дома столько контейнеров приносить? Ну, это мисс Тверк. Смотри, какая у нее выдержка. Даже не хохочет. Даня. Сидит, наверное, меня блокирует. Что делаешь, Катя? Делает вид, что работает. Ушла. Ушла. Слушай, я смотрю, ты пришла и дисциплину разлагаешь в коллективе. Это моя основная задача. Да, кстати, это твоя установка. Оксана Юрьевна. Да. Моя лапочка. Зато пойдем лопу колем. Ну... Оля, смотри, что она делает. Она выходит в окно. Маш, давай не будем прощаться. Можно пока? Алена Геннадьевна, есть вопрос? Нет, для прямого эфира. Всем пока.